Посмотрите на него. Это же позор. Я никогда не видел в своей жизни, чтобы привидение так увлекалось людьми. Надо проучить его. О да, вот и мы. Посмотрим, что ты думаешь об этом. Сейчас я испытаю мою новую игрушку. Я помещу этих детей в такое место, где их никто никогда не найдет. И Каспер больше никогда не будет общаться с этими людишками. Что? Что случилось? Этого не должно быть! Что случилось? А где мои друзья? А это что? Страничка. Это же карта Голливуда. Как интересно.